9 миллиардов рублей направят в создание агропромышленного кластера в Башкортостане. Об этом сообщили в правительстве региона. В объединение войдут 10 сельскохозяйственных предприятий республики, которые обеспечат цепочку производства от поля до прилавка. Кроме того, республика получит единую информационную систему учета потоков продукции, а также обеспечит более устойчивое развитие сельской местности. Министерством торговли и услуг разработана концепция создания агропромышленного кластера Республики Башкортостан. Основная задача – это выстраивание высокоэффективных товаропроводящихся точек. Кластер подразумевает в собой выявление тех инвестиционных ниш, которые сегодня потенциально не заняты для привлечения будущих инвесторов, для создания продовольственной безопасности на территории республики. Отмечу, агропромышленный кластер Башкортостана станет первым в России. По оценкам экспертов, его создание позволит заместить импортные продукты питания на 150 миллиардов рублей в год.